Почему ты не можешь быть нормальным? С обычными друзьями? Ну, у меня есть Скотт. Кевин, ты застрял в прошлом. Хватит с этими викингами и древними чудаками. Греками. И ими тоже. Погоди-ка, как он тут оказался? Что происходит? Твоя комната — это временный портал. Он позволяет путешествовать по вселенной. Говори, кто ты, или я тебя убью. Я Пенелопа, фактически я лидер. Но в целом мы все равны. Кто вы такие? Мы бандиты времени. Команда профессиональных воров. Для нас нет ничего слишком большого. Хотя сейчас вблизи, может, это и правда великовато. Возможно, оно перенесет нас во времени. Муса, говорят, ты богаче Джеффа Безоса из Амазон. Мы богаче могучего Джеффа Безоса из Амазонии. Мы понятия не имеем, кто это. Эта карта не должна попасть не в те руки. Страшно подумать, что может случиться. Принесите мне эту карту. Что это? Я мог бы создать вселенную чистого зла. Прекратите смеяться. Это зло, поэтому все серьезно. Что все украли? Я взял эту красивую вазу. Вазу. Все. У всех по вазе? Да. Спасибо вам за этот короткий момент. Я чувствовал себя частью команды. Ладно, хорошо. Давайте отвезем его домой. Это не мой дом. Да вон там твоя семья. Это не моя семья, но они выглядят точно как ты. Похоже на семейное дело, лучше оставим их.